Четыре маленьких солнца. Автор рассказа Андрей Авдей. Мы, домовые, стараемся лишний раз не отсвечивать перед людьми. Времена нонче не те. Это раньше было, можно кукиш показать или катку с печи столкнуть, а домочадцы только перекрестятся и попросят не бузить. Сейчас людишки слабые пошли и нервные. Только вилку возьмешь рассмотреть. Ну да, повисла она в воздухе, и что? Так сразу нет, крики, вопли. Жена орет, и вот уж муж священника вызывает, чтобы святой водой окропил дом, да ладаном окурил. А то еще и экстрасенсов тащит. На это я всегда спокойно смотрел. Окропят, и ладно. Ну, пошепчут заклинания, и хорошо. Лишь бы дом в порядке был. А в остальном, как обычный домовой, по мелочам хулиганил иногда. Не без этого. Когда жена сидела онлайн, нравилось устраивать ей не в сети. Бывало, ключи от машины у мужа стащу или фигу соседям покажу через вентиляцию. Но это было раньше. А сейчас присматриваю за ними. Если что-то ищут, нахожу сам и подбрасываю на видное место. Забочусь, как о детях малых. Спросите, почему я стал таким добрым? Да потому что видел четыре маленьких ярких солнца в глазах. Случилось это 2 июля, не скажу какого года. Муж читал книгу о войне, да и оставил раскрытой. А мне любопытно стало, о чем она? Подкрался, глянул и... Мама, куда меня тянет? Последнее, что я увидел, это открытую книгу, свой дом и... Ой, это на меня летит! Бомба! Пошла отсюда! 3 июля 1944 год. 9:20. Передний край. А я, когда вернусь, построю дом. Самый красивый в деревне. Мечтательно затянулся самокруткой Василий. Хорошее дело, пробурчал Семёныч, выкладывая гранаты на бруствер окопа. Только про домового не забудь. Это душа дома. Так я его сейчас и найду. Задорно рассмеялся солдат и, надвинув пилотку на глаза, встал и крикнул. «Эй, кто ко мне в будущий дом хранителем? Выходи! Воздух! Ложись!» 3 июля 1944 год, 9:40, передний край. «Пить! Ты смотри, живой!» Радостно загудели вокруг. «Почти прямое попадание, а живой!» «Вылечься, поставь свечку своему домовому. Спас он тебя, Василий!» «Где я?» «Ничего не помню», – прохрипел красноармеец. «В окопе вы были, а Семёныч, эх», – перекрестился седой старшина. «Давайте носилки», – теряя сознание, услышал солдат. 3 июля 1944 год, 10:00. «Ничего не понимаю. Куда я попал?» «Лес. Лес. А мой дом, домочадцы, где я?» «Витаю, сынок!» – услышал я слева. «Дзень добрый пану!» – раздалось с другой стороны. Повернувшись, я увидел. «Домовые!» «Так, паны!» – усмехнулся щеголеватый тип в конфедератке и продолжил с мягким ударением на предпоследний слог. «Я jestem chowanec, польский домовый!» «А я домовик, белорусский домовой!» – улыбнулся бородатый дедок партизанки и добавил. «Ты сынок Беларуси, деревня Вотца, Курельческий район». «10-30 липца, то есть сегодня 3 июля по-русски, 44-го року». «Это шутки или розыгрыш? Вернусь, сожгу книгу». «Нет, сынок, книга тут ни при чем. Помнишь солдата, которого унесли с поля боя? Василий его звать. После войны он-то и построит твой дом». «Пан мувец же тен жонеш, по войне построит дом, в котором ты пселься». «А ты оказался здесь, чтобы спасти его жизнь. Иначе нет строителя, нет дома, значит и нет и домового. Наша судьба – спасать свой дом всегда и во все времена. Для того и существуют открытые книги», – подмигнул домовик. «Значит, бомба, которую я оттолкнул, была настоящая». Я закрыл и открыл глаза. Ничего не изменилось. Два домовых так и стояли передо мной. «Нет, что-то не так. Почему двое здесь в форме... Бррр. Прав был муж, когда... Стоп, муж Василий, точно,
Отец мужа, жена его еще свекром называют. Он же Васильевич. Гляжу, ты уже и сам понял, сынок, улыбнулся домовик. Зубач, який разумный хлопок. Добро нам змена пшидзе, домовик, подхватил хованец. Почему я их сменить должен? Мой дом – это мой дом. Дом? Почему они без домов? Да, сынок, мы и без домов. Домовик смахнул слезы. Мои сожгли в хатыне в 43-м. Мой в Варшаве в 39-м был уж знищенный. Хованец тяжело вздохнул. И по закону, если дом уничтожен, его хранитель имеет право выбора – ждать новый или помочь людям в войне с уничтожителем домов. И терас, вся земля есть наш дом, такий наш выбор, и мы тут не едны, не одни. Домовые без домов, помогающие воевать людям, и их много? Правильно, я помню, как-то муж смотрел по телевизору фильм о войне, и там взрывались дома. Терас, сейчас мы обронцы войсковых бутынков, на русском охранники военных сооружений, таких як блиндажи, палатки, доты. Предупреждаем солдат об опасностях, налетах и обстрелах, а можем и спасти их жизни, отдав свои. Мы бессмертны, мы души домов, мы не можем умереть, это бред. Вот зараз дам по мягкому месту, хоть ты и мал еще, сынок, рассердился домовик. Какой бред, это правда. Пан, мы имеем возможность ахвяры, то есть жертвы. Посмотри вправо, видишь, перед высоткой деревья склонили головы. Там вчера погиб Рарашек, домовой из Чехии. Его дом сожгли под Прагой. Он не пустил наших солдат в атаку, с собой подорвав минное поле. Добрый был Рарашек, заводной, вот как ты, улыбнулся домовик. И когда пан зобачится, так и припрашим, як то по-русски, когда увидишь такие деревья, которые склонили маковки, это могила твоего собрата, поклонись ей, добро. Домовик обнял меня за плечи и заглянул в глаза. Мне показалось, что на меня смотрит маленькое солнце. 3 июля 1944 год, 10:42. Передний край. Товарищ капитан, прибыл связной отряд своров. Партизаны вышли на заданный рубеж и готовы к атаке. Отлично. Через 15 минут начинаем. Сигнал, 2 красных ракеты. Здоровенький булы, шановні добродії. Знакомься, это хатний Дідко, украинский домовой из Киева, а несется к нам твой земляк, домовой из Сталинграда. Всем привет, готовьтесь, начинается. О, земель, ты извини, нам переговорить нужно, мы отойдем, скороговоркой просипел новый знакомый. Мама дорогая, 4 домовых. Пока они отошли что-то обсудить, я незаметно вытер слезы. Никогда ведь не плакал. Что со мной? Надеюсь, не заметили? Не хочу выглядеть слабаком перед ними. «В атаку! За мной! Ура!» «Пора и нам!» – неспешно встал домовик. «Будем прощаться, сынок». «Как прощаться? Я не хочу, я не маленький, и пойду с ними!» «Нельзя тебе, земеля!» – обнял меня домовой. «Ты, молодец, спас свой дом, и скоро вернешься к нему. А нам пора туда, где бой. Видишь, слева у опушки партизаны поддерживают атаку наших». «Эх, гарно, казак, там с кулемета вражину стелить!» Рассмеялся хатний Дідко. «Наши крови!» – гордо вскинул нос домовик. «А то, панове, наши огольные крови!» «Ну что, братцы, повоюем за рідну земельку!» – лихо махнул чубом хатний Дідко. «Стыдно как! Слезы потекли сами по себе. Я почувствовал, что вижу последние минуты жизни моих новых друзей!» «Мужчина не должен стыдиться слез!» – мягко улыбнулся домовик. «Не переживай, земель, за нас. Скоро появятся немецкие танки. Если их не остановить, атака захлебнется, и многие погибнут. Мы решили, что наш выбор – спасти людей». «И того лихого пулеметчика?» – спросил я. «Нет, он останется на опушке с нами. Ну, бывай, земляк». «Будь здравый, пан. Удачи тебе, не журися». «И не обижай домочадцев, сынок, они у тебя хорошие». Домовые медленно уходили прочь. Потом одновременно остановились, обернулись и помахали мне руками. На опушку выехали 4 танка, но пулеметчик косил пехоту, не останавливаясь. Башня головного лениво повернулась, рявкнула, и там, откуда строчил пулемет, взметнулась земля.
Она еще не успела осесть, как из воронки вылетели 4 ярких маленьких солнца, стремительно разлетевшиеся в воздухе и накрывшие каждый свою цель. Раздался оглушительный взрыв. «Пол, стол, книга! Я дома!» Но радости от возвращения я почему-то не испытывал. Перед глазами стояли молодой партизан-пулеметчик и склонившие верхушки деревья. Заключение. 3 июля 1944 года в бою у деревни Ватцы пал смертью храбрых младший брат моего деда, партизан отряда Суворов партизанской бригады имени Кутузова Гавдей Николай Андреевич. Ему было 22 года. Когда его нашли, он лежал, сжимая в руках изувеченный пулемет. На губах застыла улыбка, а в невидящих глазах светились маленькие солнца. Их было 4.